В общем, сейчас забираю мод. Я в Москве, тут холодно дико, он снежное все. Мороз. 22 ноября, и сейчас оплачиваю, забираю Африку, мы ее везем в транспортную компанию и отправляю по этим Самарам. В общем, вот мистер мото. Придержать? Стоим, в общем, с Афричкой. Ждем, пока свет починит. Ворота у них не работают в пэке. Взвешиваем в Африку. Сейчас посмотрим, какой у нее вес для транспортировки. Да, отвлечка. В пэке. Куда отправить? Самара. Все оставил, сейчас сделают. Вокруг обивочка деревянная. Это как вообще грузить? Погрузили мод. Из пэка забрали. Сейчас мы с Рафом вот приехали домой, в Гранно, и привезли мотоцикл из пэка. Мама не знает, что я купил мотоцикл, и это будет какой-то вообще трэш, я не знаю. Папа знает, я не знаю, он ее вряд ли предупредил. Ну, это папа, блин. Вот, а еще сегодня день матери. И я привожу мотоцикл. Вот, короче, меня мама это либо в обморок грохнет, либо меня грохнет. Но меня вряд ли, скорее всего, сама. Поэтому надо аккуратно такое поздравить, выгрузить мотоцикл, и чтобы все было спокойненько. It all started with a wink, an unassuming little thing that has led us here today. She was not one for the bar. We only lived mere miles apart, more like a second chance away. Both loved and lost, and we'd both been on first dates, but this one was different. And now I say, I saw fire.